סיפרת על... איפה היית ב... טימנשוארי? לא. אה? באיזה מקום ברומניה? אני אמרתי אורשתיה, לא? אורשתיה, אורשתיה. היה בעיה לאקשון? לא בעיה לאקשון? אז... А я шила это в Чехословакии, нашла такую портниху, и она шила это за еду, консервы, я ей давала, это консервы приносила. Какие она фасоны шила, Маша. А какие консервы были у вас, русские? Ты думаешь, я помню уже. Или трофейные? Не знаю, даже не знаю, они, по-моему, были без детских. Они русские. А что, кушали, была кухня или так, консервы? Нет, мы, когда это было неприкосновенный запас это был у нас. Это и потом сухари. Ой, какие вкусные сухари. Черные сухари. Где там эти... Ну, не было тогда там, льёд не было, но это было вкусно. Когда надо было их есть, так уже их не было. Когда мы были там, под Сталинградом были в окружении, привезли нам эту кухню нашу, её разбило, эту кухню разбило, пало. Бомбу. Сколько времени вы были там? В окружении? Не помню. Ну, а так вот случилось. 10-15. Бля. Что? Сколько? Швай, бля. Швай. Да. Это там. Был тракторный завод бывший. Калининградский тракторный завод. И потом, как мы там прорвались, вышли на аэродром, немцев там уже не было. Они все перешли дальше, удрали. Который год это было? Это был 43-й год. 43-й. Сейчас не помню, это было где очень. Я только то, что я знаю, что досталось нам трофей в ящике с мандаринами, с апельсином, и ящики с папиросами. Такие красивые папиросы были, каждому досталось по ящику. Ты курила тогда? Один день я курила, ночь я думала отстанчать. Целый день я работала и это, делала вид. Они красивые были такие. А вечером, ночью, вечером, как загорелось у меня тут все, я думала отстанчать. Ну да что я идиотка, я буду курить, это мне надо. Я отдала своим ребятам. Ах, они были довольны. А эти апельсины, так у нас уже началось это кровь идти с дёсен. Так в санчасти сказали, что нужно будет много есть их. А первые можем взять, разрезать и так стереть дёсны.
тереть и тереть. И пока все она еще с кровью, не есть это, выкидывать. Это витамин С. Да. Ну вот так, потом мы, конечно, это все кончили, съели. Закончили это. Ящик быстро закончили. А у ребят это еще было папиросы. Немецкие это были? Немецкие папиросы? Ну да, но это были, ты думаешь, настоящий табак был? Нет, это был эрзац табак, это не настоящий был. Синтетии машин. Да. Сейчас у меня стоят в глазах эти папиросы. Какие красивые были. Эрзац? Эрзац. А это слово эрзац, это было немецкое или русское? Наверное, немецкое. Не натуральное, не значит. Йотови. Эрзац. Привезли кухню еще раз. И там это была капуста. И в ней там ползали так эти вот червячки такие. Тухлые. Бесары. Ели? Это мы обычные привезли. Я хочу там квиса взять. А? Квиса. Квиса. Стирали. Квиса? Квисак мог виса. Вот когда приходил этот десет, что мы только туда не пихали? Лоят наим. А? Савалю ая... Нет, ничего не было. Ничего не было. Вот. Чулок тоже не был. А за... мы доставали эти солдатские... обмотки такие были. Но эти обмотки были темнее этого цвет. Трикотаж такой. Полоску такой. Так я это шила. Это было чулки. Чулки были. Сапоги. Сапоги у меня были хорошие сапоги. Пока они не порвались. Порвались, один сапог раскрыл так рот свой. И как раз мы передислоцировались в Харьков. Ночью передислоцировались. А я знала, что там один парень, он мог еще не ремонтировать. Все время ночью переезжали, днем нельзя было. Чтобы немцы не услышали. Это мы приехали, называлось это Твердохлебовка. Твердохлебовка. В общем, село такое нашли туда. Вот. А где я этого парня позвала и сняла эти сапоги, села на кухне так, села там. Кухня. Тут такой был большой... Печка такая, русская печка. Ты не видела русская, как она выглядит? Бессоротим, Лаис. А, да. Вот. Как она выглядит? Ну, расскажи. Как она выглядит, печка? Ну, большая, огромная такая. Там спали над ней? Наверху там, вообще можно было там и спать, и греться. Туда дети залезали наверх. А тут впереди такая вот дыра большая, и там пекли, варили, пекли. А еще внизу, еще такая дыра, под там внизу, а там эти хозяева гусей кормили там, откармливали их, чтобы они это самое, жирные были, да. Ну, конечно, когда мы там были, там никого не было, конечно, никаких ни гусей, ничего.